Люди боятся Бога, потому что это сложная, противоречивая и туманная тема, неизвестная. Они не знают, какой будет результат в итоге. Возможно, я поводу в секту, возможно, я просто потеряю интерес к материальному существованию, к успеху. И религия — опасная штука. В понимании нашем это довольно опасная и противоречивая вещь, религия. Я вообще с религией никакого дела не хочу иметь, честно говоря, современно. Я не хочу иметь дело только со святыми людьми, а они есть. А я знаю некоторых, многих. И вот это мой интерес. Но к религии ни малейшего интереса не проявляю, как к традиции какой-то или доминанте. Не важно, какой вы конфессии принадлежите, важно, чтобы вы имели качество святого человека. Вот в чем вопрос весь.